За тихой рекою в березовой роще распустится первый весенний цветок. И я загадаю желание попроще и перекрести. Окрасится небо багряной зарею, и вечное солнце над миром зайдет, и белая птица взлетит над землею. Божье прощение с небес принесет, и белая птица взлетит над землею, и Божье прощение с небес принесет, и что-то большое. Сердцу такое, что жизнью моей не объять, и станет спокойно и сладко, как в детстве, когда обнимала меня моя мать, и станет спокойно. Когда обнимала меня моя мать, молитва святая, слезами прольется, Христовой любовью исполнится грудь. К великой вселенной по имени Любовь к музыке у Алены Бекуловой с детства. Тогда звонкий голос Робертино Лоретти очаровал ее настолько, что она решила петь. Дальнейшая учеба в театральной академии, которую она закончила с отличием, оставила большой след в душе Алены. Был педагогом в институте, вторым педагогом по актерскому мастерству. Он, конечно, очень редко появлялся у нас на курсе, потому что он человек очень занятой. Это Олег Евгеньевич Погодин, заслуженный артист России, известный исполнитель романсов. И вы знаете, вот тот духовный пласт, который он заложил у нас, это, конечно, это, ну, правда, до конца дней своих я благодарить буду. Когда мы стали ставить спектакль по Достоевскому «Идиот», я играла Аглаю Япончину, и нам всем дали задание прочитать Евангелие целиком, потому что, конечно, христианские темы там поднимаются, разные вопросы, и мы очень много, мы часами разговаривали, рассуждали на эти темы. И это, конечно, очень развивало нас всех,
студентов тогда, и меня в том числе. И я думаю, что это вот тоже на мне сказалось именно в духовном моем росте. Алена Бекулова – актриса театра и кино, певица-композитор. И для себя она точно определила, для чего живет и творит. Любое творчество для человека – это путь к Богу. Для меня, наверное, это тоже явилось в определенной степени и на путем. То есть я не была с детства, то есть меня крестили, мне было 6 лет, но я не ходила там в храм регулярно, я не была воцерковленным человеком. Начиная с поступления в институт, мое осознанное постепенное приближение к церкви, и сейчас как бы я уже, да, человек воцерковленный, и без церкви не представляю свою жизнь. Молитва очень многое дает Алене Бекуловой. Она всегда находит время в своем плотном графике, чтобы уехать в уединенное святое место. Знаете, для меня вообще, на самом деле, это до сих пор остается вот загадкой. Кому-то Господь дает вот это чувство упорства, за что я Богу бесконечно благодарна. Вот правда. Вот у меня столько было ситуаций, когда действительно там хотелось уйти и не возвращаться, да, в храм, вот по нетерпению, по моей какой-то, да, а все равно шла, все равно что-то меня какая-то сила туда несла. И вот за это я бесконечно Богу благодарю, что я вот сейчас в своем юном еще возрасте, я уже в храме, я причащаюсь каждое воскресенье, я уже без этого свою жизнь не вижу и не представляю. Алена Бекулова трогает сердца своей проникновенностью, искренностью. Для своей программы певица выбирает песни, близкие ее сердцу, каждая из которых не случайно попадает в репертуар. Где это актерская песня, я могу позволить просто поиграться в девчонку такую, потому что же это тоже наша жизнь, это тоже наши эмоции, наши чувства, которые мы испытываем каждый день, понимаете? Нельзя как-то так разграничивать, что тут вот духовно, а это не духовно. Нет, все духовно. Любая песня, в которой говорится о любви, в которой говорится о красивых чувствах, о котором говорится о природе, о мире нашем, о Руси, это все есть Господь, это все пронизано. Он здесь, он в каждой нашей клеточке, понимаете? Поэтому так же и в песнях. Алена Бекулова организует 2 концерта в год, а в Святодуховском центре Александра Невской лавры состоялось ее первое большое сольное выступление. У меня стоял микрофон на стойке. Я понимаю, что я не могу ни микрофон взять в руки, ни двинуться никуда, потому что у меня коленки трясутся, мне страшно. Я думаю, как хорошо, что я очень хорошо знаю текст этой песни, и мне сейчас легко ее петь, потому что она у меня впета очень хорошо. И я пою, и когда после первой песни я услышала теплые аплодисменты, а зал был полный, и я услышала, как они меня приняли, наверное, это было такое самое, да, такое сильное впечатление. Первые успехи вдохновляют идти дальше и совершенствовать концертную программу. Но без верных помощников и соратников сложно справиться в любом деле. Но к этому концерту конкретно у меня не было там ни спонсоров, никого, да. Ну, слава Богу, зал был полный, слава Богу, все получилось. Но, конечно, это все нашими вот силами, меня и у меня помощница моя Светлана Барановская, которую я бесконечно, правда, буду благодарить, и моих музыкантов, потому что это действительно мой тыл, моя отрада, что у меня есть эти люди. «Я свяжу тебе жизнь» – личная песня. Музыку к ней написала Алена. В песне отражается ее отношение к жизни, любви и творчеству, возможность отдавать себя. Это важно для нее. Конечно, это должно быть и в нашей жизни, и в нашей профессии, и, главное, в семье. Я очень хочу, чтобы у меня была семья. И пока у меня ее нет, может быть, потому что я слишком много уделяю внимания творчеству. Не знаю. Вот. Но, конечно, жертвенность в любви – это очень важно. Важно стараться каждый день делать для другого человека что-то, чтобы он был счастлив. Отдавать. Я думаю, что в этом и заключается смысл нашей жизни. Я свяжу
тебе жизнь из пушистых махеровых ниток. Я свяжу тебе жизнь, не солгу ни единой петли. Я свяжу тебе жизнь, где узором по полю молитвы пожелания счастья в лучах настоящей любви. Тебе жизнь будет нежной, она как рассвет. Я свяжу тебе жизнь, ты пойми, что мне это не трудно. Мне открылась любовь, и уже невозможного нет. Тебе жизнь из веселой меланжевой пряжи. Я свяжу тебе жизнь и потом от души подарю, где я нитки беру, никому никогда не признаю. «Как по Божьей горе» – песня, в которой не одно настроение. И за легкой мелодией глубокий смысл. Бывает, что песня, она все-таки одно какое-то настроение несет. А в этой песне сочетается и то, и другое. И за счет этого возникает очень такая вот сила вот именно и в тексте, и в музыке. И поэтому я очень люблю эту песню, потому что Пасха. Пасха ведь это... Победа. Победа жизни над смертью. И мы бесконечно должны быть Богу благодарны за то, что Он ради нас это сделал, ради нас пострадал. И я думаю, что каждый раз, когда мы страдаем, и нам что-то там тяжело, по крайней мере, я так делаю, я представляю, как страдал Христос, и перестает быть страшно и больно. По Божьей горе там поклоннички идут, там поклоннички идут, в руках свечки все несут. Аллилуйя, аллилуйя, в руках свечки все несут, в руках свечки все несут, херувимскую поют. Кровь и вода.
кровью все грехи их омыл. Аллилуйя, аллилуйя, все грехи их омыл. Ой, блаженный тот путь, куда страннички идут, в Иерусалим они идут. В этом году мы отмечаем 400 лет Дому Романовых. И вот эта песня «Три сестры» на стихи замечательного поэта из Калуги Дмитрия Кузнецова, с которым мы несколько песен уже написали, на мою музыку. В ней как раз-таки, вот, я думаю, хотя бы отчасти мы возвращаемся в те вот страшные годы, когда Российскому императорскому дому пришлось оказаться в вынужденном изгнании. И опять же, вот за что эту песню я люблю тоже. Здесь есть все. Здесь есть и падение, и крушение, и боль, и потеря надежды, и возрождение в вере. Да? Вера, надежда и любовь. Я очень люблю эту песню, потому что, мне кажется, она одна из самых таких знаковых в моем творчестве по силе, вот, сочетание с тем, что у меня внутри. Закаты холодные рдели, и ехал за ними вдогон в частях генерал. Фургон сплошной боевой круговертью, там жили под стон и крик три юных сестры милосердия и доктор ворчливый старик. Три юных сестры милосердия и доктор ворчливый старик. А в воздухе гибель витала, меняя обличье свое. И если бинтов не хватало, на полосы рвали белье. И души на полосы рвали, о сломанных судьбах грустя. Но это припомнит едва ли историк столетия спустя. Но это припомнит едва ли историк столетия спустя. Да ныне из пропасти серой глядят роковые года, любовью, надеждой и верой три девушки звались тогда. Увы, не сияние райском им виделась русская новь. И первой в бою под Батайском однажды погибла любовь. И первой в бою под Батайском однажды погибла любовь. А следом, снижая ресницы, средь общего горя и зла, в какой-то тифозной больнице надежда сгорела дотла. Когда же от алого краба в Крыму застывала земля, одна только вера по трапу сходила на борт корабля. И вот уже верить не верить,
тройка с лихвой в Белграде, в Париже, в Безерте она появлялась живой. Не трогала горькая старость открытое миру лицо, ни разу печали усталость ее не сжимали в кольцо. Не тлела простая одежда, но где бы она ни была, повсюду любовь и надежда, над ней возносили крыла. Повсюду любовь и надежда, над ней возносили крыла. Гражданская позиция, боль о России. То, о чем не стесняется говорить Алена Бекулова. И в своем творчестве она старается донести главное – любовь к родине, Богу, и сделать немного прекраснее этот мир. Очень много накручивают вокруг неправды, и заблуждается народ. И тоже церковь, то, что я говорила, да, вот там… Начинают придумывать, что там, вот, там часы патриарха, еще какую-то ерунду. Лишь бы народ отвадить, понимаете? Лишь бы народ бы не шел бы в храм. Это же все бесовское. И в программе я стараюсь сделать очень аккуратно, чтобы не нажимать на народ, потому что это не в моей власти, я не имею на это права. Это должны священники на проповеди говорить. Я делаю то, что я могу. Но иногда... Так грустно, ты понимаешь, что ты просто смотришь на человека и понимаешь, что он мог бы быть таким счастливым, а в духе-то сердце не радуется. И вот от этого грустно, и грустно, и больно. Вот это, наверное, я сопереживаю, здесь я, наверное, сопереживаю, я неравнодушна. О, как обманчив мир земных утех, огонь страстей, готовых разогреться. Кумиром новой жизни стал успех, и только в духе радуется сердце. Блистанье славы затмевает ум, в лучах ее холодных не согреться, и черный холод леденящих дум нам слишком часто наполняет сердце. Богатство бремя кажется легко, и все вокруг меня должно вертеться. А счастье снова где-то далеко, и только в духе радуется сердце. А счастье снова где-то далеко, и только в духе радуется сердце. Душе спасенье дверцу, она томится в праздной суете, и только в духе оживает сердце. Одни и те же мысли вновь и вновь, от угрызений нам не отвертеться.
но исцелит лишь Божья любовь. И только в духе радуется сердце, горит в страстях и мечется страна. Во тьме безверия на что ей опереться? Но верю, минут эти времена, и в духе вновь возрадуется сердце. Но верю, минут эти времена, и в духе вновь возрадуется.